Вот видите, Лора сразу приглашает народ. Вы тоже сразу заходите и сразу приглашаете народ. Добрый, привет. Какой красавчик, я с утра такой страшный, пиздец, даже. Такую ложь не принимаю. Спал нормально. Я же сказал то, что я сюда приехал, чтобы помочь маме по работе. Вот Света пригласила, умничка. Нам идти в школу. Конечно, эти что за вопросы глупые? Вы что, с ума сошли? Ты пеник. Войди, узнаешь. Красавчик, спасибо. Здесь точмошник. Ага, окей. Угу. Ебать. Я вставал как мог нахер. Что с Гульчи? Не знаю. Доброе. А так их не слушаю, господи. Ну, конечно, с утра вид у меня ужасно, ребят. Честно, я похож на какой-то мешок, который накидали костей и мяса. О. О. И на кого она подписана, может, ты скажешь? Чувак. Говори, я тебя слушаю. Ты такой опухший. Я только глаза открыл, чтобы пойти с вами пообщаться. Дома отлично вообще все. Шикарно. Я обожаю свою хату богатую. Сколько времени? На 2 часа меньше, чем в Уфе. Алекса уржалась. А что там такого? Что с Гульчи делать будешь? А что должен с ней делать? Покажи свою комнату. По сути, ничего такого. Маленькая комнатка. Вот этот узор, кстати, стоил мне 70 штук. Ну и ладно, что она мне мозги вчера делала. Что теперь? Здесь я ошибаюсь. Иди гуляй. Из окна. Ой, не самый лучший. Очень уютная. Вот это, кстати, тоже немало стоило. Ну ладно. Серьезно? Бывает. Ладно, красотки. Интересно, мой сидит здесь? Нет, он никогда меня не смотрит. О, господи. А он тол какой-то. Ладно, короче, все. Вы у меня опять, как всегда, самые лучшие, но надо идти. Я сюда приехал не только отдохнуть, я сюда приехал еще маме помогать. Все-таки говно у меня. И вот. Мне нравится, кстати, свали отсюда нахер. Ты зато пиздолиц гидролиц. Я приехал сюда помогать маме по работе. Так что пойду я. Вас всех люблю. О, Юречка, спасибо большое. И тебе хорошего дня с твоим мужем. Пойдет сказать женихом, господи. Вот. Я вас люблю, но твой муж меня не очень. Так что пожелай мне удачи. Удачи, конечно. Всем удачи на зачете, на учебе. Все, кто учится, кто не учится, удачи на работе. А лофистам удачно поваляться. Накапливайте жир или идите, суки, в спортзал. Нехер валяться. Ага. Встали, пошли делать. Тоже мне. Ха, понедельник, день тяжелый. Ну так, на будущее. О. Все, ладно, короче, с вами пиздеть можно вечно. Ладно.